Ну, конечно, неожиданно было, что будет такой счет и результат. Надеялись, конечно, на другую игру. Но это вот финал, это эмоции первые, с первой игрой. Не справились и в обороне сыграли слабо, но сыграли до конца и вытащили эту игру. Ну, в финале может быть всякое. Все не пошло сразу. И здесь в обороне слабо сыграли. И ребята, мне кажется, немного перегорели, не выполнили ту установку, которая от них требовалась. Вот. Побежали вперед забивать голы, но наткнулись на контратаки. И из-за этого небольшой мандраж пошел. Ну, так все же смогли. Мастерство, профессионализм, что это? Ну, мастерство, да, постоянные вот эти тренировки. И здесь ребята друг друга поддерживали, вот то, что требуется от команды, где все разговаривают друг за друга, где все живут этой игрой, и из-за этого получилось собраться и выиграть эту игру. Еще хочу сказать большую благодарность зрителям за ихнюю поддержку. Вот, без них бы, я думаю, так у нас не получилось.